Доброго времени суток, молодые! С вами Панацея. Сейчас вам предлагаю посмотреть бой, который я сыграл на Шкоде Т50 и готовясь к Левша Кап. Турниру, который пройдет в мае. Но перед началом, прям осталось 2 секунды, пацаны, прожмите лайкосик. Буду вам очень сильно благодарен, потому что ваши лайки помогают продвигать видео. И больше людей увидит этот потрясающий бой на стрельный, который я сыграл. Ну, вы поняли. Сыграл я его, кстати, на карте степи, в нубочке, в лютой нубочке. Две девяточки, четыре восьмых уровня и остальные семерки. Но это жестко, пацаны. Знаете почему? А потому что еще этот бой был сыгран без арты. Тут я вижу, что ФВшечка поджимается. Я вижу, что там можно было прострелить, и подъезжаю к камню, чтобы если по мне будут стрелять, то меня бы не пробили. А знаете почему? Потому что этот танк имеет офигенное свойство танковать бортами. Его борта лютые не пробиваются даже с десяток. Потому что, ну что тут? Тут фальш-борта, по-моему, да. Да. Тут я подъезжаю к камню, пытаюсь прострелить ФВшку, вижу, что едут тяжи. Даю тычку на прокатке. Даю вторую тычку на прокатке по тигру. Думал тут еще одну успеть, но не успел. Потому что перезарядка же 1,8 между снарядами в барабане у этого танка. Но не хватило. Счет 1-0. У меня 900 урона. Что вообще по комплектации на этом танке? Почему вообще я начал сейчас играть? Ради тренировочки. Ради тренировочки, да. Чтобы не обосраться, как я это всегда делаю, когда начинается турнир, а уже знать, как играть, с каким оборудованием играть на этом танке, с какими расходниками. Ну, расходники стандартные, это большая аптечка, большая ремка, доп. Паёк. Был у меня вариант, тут я сейчас, Як-Пантера, блядь, по центру едет, красавчик. Даю тычку, и вторую, по-моему, его подсосут. Да, не успел добрать. Окей. У меня был вариант зарядить три фугаса, остальное голда. Под калибр я не стал заряжать, но потому что снарядов и так мало, как по мне. Почему вообще, зачем три фугасика? Ну, какого-нибудь скорпиона там фугасами убить, да, там 1100 хп, борща, либо еще какой-нибудь картонный танк. Но таких ситуаций мало, вот, и поэтому я решил убрать фугасы вообще, потому что на этом танке, как по мне, очень мало снарядов. Если бы был бы какой-нибудь бой с десятками, то это больше выстрелов, потому что у них больше хп, больше там не пробитий или что-то еще, и снарядов 100% не хватит. Поэтому вот лично мое мнение, если вы играете на этом танке, то заряжайте без фугасов 100%. Хотите там под калибере заряжайте, там уже по вашему усмотрению, по вашему серебру, да? Но я вот зарядил фул голду. Окей, добиваю я этого ложка 7-го уровня и решаюсь поехать по центру. Почему я совершаю такой мув? Я на миникарте. Я вообще на миникарту смотрю, пацаны. Я вижу, что на миникарте светились челы. На другом фланге 9-я нулевая линия, много танков. Модики все зеленые, все светились. ФВшка здесь танки и здесь танк. То есть я могу запросто проехать по центру, поджаться и дальше раскидывать пациков. Тут красер выставляется, я ему даю три тычки и успеваю закатиться за бугорок. КДшусь. Что вообще КД у этого танка? Ну это не гайд, ну так расскажу. Да, там 18 секунд я смог выстругать перезарядки. Поставил я стабилизатор. Тут на меня хотел суперхелпер бороться, но я ему показал, кто здесь папочка, и отправил его в ангар. Он сейчас, блядь, я не могу. Коробок. Ну, понятно. Интересно, это тот самый. Что по оборудке? Стабилизатор, вентиль и еще один стабилизатор, который уменьшает при повороте, там, 15, что ли, процентов, что-то типа такого. Тут я думал, сейчас full барабан дам в 50 ТП, но нет, его есть 75, и тяжи немножко раскрошили. Остается один снаряд, сейчас я запущу его в красера и поеду дальше. Почему я не стал сейвиться, а я намеренно принимал тычки от Крайслера? Потому что остается мало времени, счет 9-4.
А противников все меньше и меньше. И в этот момент я понял, что этот бой будет очень хорошим и настрельным. Потому что у меня уже 6100 урона тем временем. Тут ФВшку я добиваю. И сразу ухожу на перезарядку. Остается КС-ка 59-я, Лев, Джессор и Лео. Моих союзников много. Счет 12-4, да? И все спешат подсосать этих типочков. Я в этот момент не знал, фуловые они или нет. Типа, я думал, ну, ладно. Вижу, замечаю, что Лев с ником Алексей 1001 фуловый. И я понимаю, что, о, да. А это пахнет 8000. 100%. Лев кдшится, я выезжаю на него. Даю тычку раз. Тут я попытался в лючок ему закинуть, не закинул. И... третья тычка, закидываю в лючок. Получаю тычку от льва, откатываюсь. И тут я вижу, что КС-ка еще фуловая, 1500. Вован 2013 рус. Это, по-моему, его день рождения. Год рождения. Но вы поняли. Перезаряжаюсь. Запускаю три снарядика во льва. Проходит альфа. Очень хорошо. Добираю его. И у меня тем временем 8300 урона. Пишу назад, пацаны, оставьте, у меня там, блядь, миллион урона, но пацки мне не оставляют, они все равно продолжают стрелять, Т-20 его не пробил, Т-52 я сейчас, по-моему, даст тычку. Я успеваю дать одну тычку, и его забирают. Вот такой вот боёк получился, пацаны, как вам? Быстренький, настрельный бой, кстати, осталось 12 снарядов, а если были бы 3 фугаса, то было бы 9, а если бы я с десятками воевал, вообще бы у меня закончились снаряды, да. Настреляло 8600, пишите в комментариях обязательно, понравился вам бой или нет, или бы, может, вы сыграли лучше. Вот, прожимайте лайкосик, ну и всего вам хорошего, у меня все, с вами был Панацея, всем удачи и всем пока.